Глава города Буя Игорь Ральников созвал комиссию для рассмотрения вопросов готовности города к паводку. На начало апреля запланировано обследование дамб, которое ежегодно проводится в это время, а также будет проверено все необходимое оборудование – это насосы, помпы. Городской глава поручил проверить и пополнить запас мешков для заполнения их песком для укрепления дамб. Игорем Ральниковым подписано распоряжение о доставке 700 кубов песка. Его должны привезти в самое ближайшее время. Главе доложили о состоянии тяжелой техники, грейдера и самосвалы, которые могут быть задействованы в случае наступления большой воды на ходу. На предприятии «Тепловодоканал» создана противопаводковая комиссия, которой проводится ежедневный контроль качества воды, поступающей из реки. Создан запас реагентов для обеспечения очистки воды. Контролируются объекты, которые находятся в зоне возможного подтопления. Проработан вопрос подвоза воды. По мере таяния снега прогноз будет меняться, поэтому комиссия еще будет проводить подобное заседание для оперативного регулирования ситуации. Присутствовавшие обсудили еще один вопрос – предупреждение лесных пожаров. Скоро начнется пожароопасный период, когда горят леса. Одна из причин этого – пал травы. Сотрудники МЧС в ходе проведения месячника по пожарной безопасности обходят дома, беседуют с гражданами на предмет контроля работы обогревательных приборов и на тему профилактики последствий от разведения костров. Проверяются пожарные гидранты и исправность огнетушителей. Гражданам, которые владеют земельными участками вблизи леса, необходимо очищать свою территорию от сухой травы и веток, от другого мусора и горючих материалов для недопущения возгорания. Под контролем главы города городские территории на границе с лесом, на которых возможно возгорание. Список таких мест составлен, осуществляется надзор. Встреча завершилась рассмотрением вопроса о системах оповещения населения на случай чрезвычайных ситуаций.